Джинсовая рубашка освежит модницу любого возраста. Главное, не гнаться за слишком молодежными моделями. Как правильно выбрать джинсовую рубашку, расскажем. Популярность дениму, в том числе и рубашкам, обеспечил Голливуд в 20-х годах прошлого века, а чуть позже и рок-музыканты. Женщины начинают носить джинсовые рубашки в 60-х. Это рассвет культуры хиппи. Рубашка из денима – скромная одежда на каждый день, но итальянский элитный бренд так не считает и просит за эту удлиненную модель почти 7000 рублей. В тренде оверсайз и свободный крой. Цвет может быть не только классический синий, но и яркие варианты – розовый, желтый и даже красный. А вот с принтами и акцентами лучше не усердствовать. Потертости также не в моде. А сейчас рассмотрим джинсовые рубашки для разных типов фигур. Лаконичный крой, максимально ровная варка, пуговицы один, карман на груди, который не слишком большой, не увеличивает силуэт и придает образу некой пикантности. Рукав не слишком спущен, манжет тонкий и гармоничный. Его можно носить как в застегнутом состоянии, так и в расстегнутом. Два нагрудных кармана, они не слишком велики, но интересно смотрится и сам рукав. Он отстегивается, но наполовину. Можно носить как в застегнутом состоянии, так следовать трендам, полностью расстегнуть. Это также интересно и при этом элегантно. Такой деним вам не нужен. Рассмотрим антитренды. Данной женщине элегантной и хрупкой такая вещь не подходит. Слишком увеличивает линию плеч и увеличивает силуэт. Сложно будет комбинировать в образе. Широкая спинка также не украшает, а увеличивает как минимум на 2 размера. Следует выбирать деним более аккуратно, чтобы его легко можно было комбинировать в своем гардеробе. Первое, она слишком щуплая. Второе, слишком маленький карман на такую фигуру смотрится негармонично и увеличивает тем самым силуэт. Старайтесь выбирать джинсовую рубашку из плотной ткани, особенно если собираетесь ходить в ней на работу. Будьте стильными вместе с нами!